Доброе утро, друзья! Сегодня у нас в гостях Юля Пархоменко, идейный вдохновитель и руководитель Локаут Клаба танцевальной студии. Юля, привет! Привет! Юля, скажи, пожалуйста, что ты любишь есть? Почему это все здесь перед нами? Ну, что может быть лучше с самого утра, чем кусок мяса и сыра? Такой женский набор, утренний мясной. Скажи, пожалуйста, ты занимаешься сколько лет танцами? 15. Так долго не живут, подумали, 14-летние подростки. Живут. Ну что, приступаем к нашей чиабате? Да. Сначала ее грилюем. 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 Я помогаю? Да. Ты вдохновляешь, как в локаут-клабе. Да. Слушай, давай мы Тарасу и Сергею передадим привет. Парни, привет! Привет! А скажи, пожалуйста, какие тебе парни нравятся? Чувство юмора, оно должно быть по-любому. Чувство юмора. Растяжка должна быть у парня? Ну, начинается. Подожди, ну шпагата не должно быть? Не-не-не, никаких шпагатов. Ну, я же танцую. Ты танцуешь? Да. То есть ты видала парней со шпагатом любым, но это не главное? Ну, это не главное. Окей, то есть я немножко успокоился, я на шпагат не сажусь. Вдох-выдох. Да. Вот. Почему ты занимаешься танцами? Ну, вот это мое. Вот бывает, что чувствуешь, это мое и все. Я не смогу сидеть в банке на одном месте, мне надо быть в движении. Переходим к пасте из запеченного перца болгарского. Это была подводка к Филиппу Киркорову. Угу. Ну что, давай намазываем. Филиппу Киркорову? Да. Так Филиппу мы тоже передадим привет? Не. Ну, ему просто должно икнуться там где-то. Какую музыку слушаешь? Что-то должно быть такое, ух, чтобы душа открылась и не закрывалась. Потому что утро – это тоже очень самое главное – включить хорошую музыку, сделать себе чашку кофе, а если она будет… Угу. День пропал. Слушай, ну давай немножко озеленимся же. Конечно. Вот таким образом. Ну, чтобы красиво было. Чтобы красиво было. Я же все-таки девочка. Да, ты же все-таки девочка, а мне все равно. Друзья, удивительное дело. Юля – первая девушка, которая очень любит пожрать. Если бы я стояла вот так вот, и у меня было здесь вот так, я уже тогда понимаю. Ну, поесть хотя бы можно? Юля очень прожорлива, вот так, другими словами. И теперь мы переходим к мясу. Теперь мы переходим к самому главному. Да, сочный свиной ошейк. Раз. Ой, за мной поухаживали. Да. Слушай, а как ты любишь, чтобы за тобой ухаживали? Это должен быть романтичный какой-то такой ухажер. Или это может быть такой веселый, искрометный шутник? Вот, да, ближе вот всего. Такой, ну, это я же такая же. И ты такая? Да. То есть ты любишь просто поржать? Честно. Честно и открыто. Сыр. Сыр. Он у нас расплавится. Угу. Такой не женский. Не женский? Серьезный, я бы хотела сказать. Вывод простой, друзья. Юлия решительная девушка. Только не так, что любит пожрать. Да. Это разве пожрать? Да, это перекус, господи. Ну что такого? Утром сэндвич со свиным ошейком. Да, на раз, два, три. Ну какой там раз, два, три? Ну и как? Блин, отлично. Я бы сказала, даже очень отлично. Всем вегетарианцам привет. У нас Тарас вегетарианец. Тарик, смотри. У него сейчас паника, и он, наверное, выключил все это. Тоже у нас главная звезда шоу-бизнеса в Чернигове. Ого. Вообще без понятия. Подожди, а Иван Матвеев? Иван Матвеев, ну, он даже не обсуждается. То есть это как бы аксиома. Как бы он есть, есть. Он есть, есть. Есть. Он есть, есть. Как Бог. То есть он есть и есть. Иван Матвеев. Все, окей. Давай сделаем вот так. Иван Матвеев. Вот сейчас идут серьезные замерзшие люди, а мы с тобой улыбчивые, с красными чашками. И после этого ты у меня спрашиваешь, а есть ли в нашем городе зависть? Есть ли у нас завистливые люди? Нету, вокруг, смотри, доброжелательные родные лица, ни разу не замерзшие. Ты кайфуешь от жизни? Да. Да? Угу. Что ты поешь в душе? Не, у меня не бывает песни, у меня бывает ты-ди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 , там зубная щетка, там, о, все дела. За любовь пьем кофе. Утро. И к людям. Доброе утро. Доброе утро. Оп. То есть ты наркоман?
Кто? То жарим, болтаем о том, о сём.